Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус, и мы прямо сейчас с вами продолжим играть в замечательную мультяшную, чертовски красивую и обаятельную игрушку Tiny Toon Adventures. Мы находимся в третьей зоне, это третий эпизод, и нам сейчас предстоит прогуляться по лесу. Поехали! Итак, мы снова управляем нашим зайцем Бастером Банни, типичным таким заменителем Бакса Банни. Также его девушку похитили, это ведь тоже якобы заменитель девушки Бакса Банни. Я уже не помню, как ее зовут, вот это вот совы. Как эту музыку обожаю, белки бегают, настоящий лес. Кстати, вы заметили, теперь вместо морковок мы собираем яблоки с деревьев. Ну конечно, на деревьях яблоки не растут. А, морковки не растут на деревьях. А вот кот, вы посмотрите, какой он милашка просто. Ну я не знаю, вы посмотрите на эту анимацию. Посмотрите, какое суровое лицо такое, скрытное. Это растет будущий охотник. А вот что он умеет делать. Он умеет цепляться за вертикальные поверхности и отпрыгивать от них. Это здорово. Как мне сказали, в комментариях мы очень много написали всяких советов. Здесь соники бегают. Не, соник, погоди. Вначале я должен пройти червяка Джима и только потом за тебя примусь. Только это черный соник. Откуда ежики на деревьях? Ух ты, ёпрсте. Опасно начинает все быть. Казаться, по крайней мере. Ага. Здесь нам должны дать сердечко, ёпрсте. Если бы я не был котом, я бы сейчас умер. На самом деле так. А чё его волчонком называл всегда? Ну, в общем, по-разному бывало. Мне насоветовали много советов, действительно. Спасибо, конечно, вам. Я не особо люблю спойлеры, но кое-что вы мне подсказали. Действительно, ну, в основном вы мне подсказывали, кого для каких зон выбирать. Но я все равно не пользовался бы этим. То есть... Сейчас я якобы выбрал именно подходящего под эту зону персонажа. Вот в первом эпизоде, когда я проходил призраков, было бы здорово выбрать, допустим, Дизи Дьявола. И вот именно так зовут, а вот какие-то платформы из... А, словно бы... Тихонько! Ух ты, ёпрс, это... Воу! 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 Воу, белка, полегче! Черт, ну это было, конечно, напряжно. И они теперь так по кругу тут будут, да? А... Черт! Нет, 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 нет. А почему я упал? А как так получилось? Ну. Конечно, никто нам не дает с вами чекпоинтов. Мы начинаем с самого начала. Ладно, ничего. Мне нравится эта стадия, я бы с удовольствием пробежался здесь еще раз. Кроме того, игрушка, судя по всему, должна быть короткая достаточно, и не успеваешь насладиться всеми ее прелестями, потому что прелестей много. Это замечательная игра, мне очень приятно в нее поиграть. Так, мне не... Не хотел я Бастера брать. Так, ну сейчас еще раз возьмем, это же не проблема для нас. Вот, Шреддер мне написал 995. Прошу прощения, если неправильно прочитал, но вроде бы все правильно. В общем, он мне советовал, правильно, что я беру вот этого самого кота. Здесь как-то можно опять, я в том же самом месте получил ранение. И снова у нас с вами последняя жизнь остается. Ну, о чем я и говорил, если что, я буду перезагружаться с начала уровня, не буду там дальше где-то. Ну, не знаю, наверное, я просто плохой игрок, потому что игра должна быть несложная, и мне очень жаль вот так вот терять жизни на ровном месте, это правда так? Вроде как жизни должно быть много, то есть всего три способа их достигать у нас с вами есть. Это, во-первых, за морковки, да? Во-вторых... Когда мы берем сердечко второе, когда у нас уже есть одно сердечко. И третий способ, кажется, за очки дают. Вот. Так вот, Шреддер что мне написал? Шреддер мне написал... Давай. Можно просто перепрыгнуть же и все, правда? Шреддер мне написал, что есть место на уровне, где мы сможем нашим котикам полностью уровень пройти... в общем, пройти уровень над уровнем. Где-то наверху, в общем. Это мне сразу картина такая моментально вспомнилась из Марио, например, да? Где можно было забраться в уровнях, где мы в замке находимся, да? В крепости уже. Там, где якобы должна быть принцесса, но ее там никогда нету. Но это было бы неинтересно, правильно? Смысл такой проходить, должен быть какой-то вызов, интерес. Я так сделаю. Я так обязательно сделаю. Твою дивизию. Серьезно, мне что-то так некомфортно. Без сердечек хотел сказать, что мне некомфортно. Так, ну давайте перезагружаться. Отсюда. Так, ну что, забег второй, у нас снова три жизни. Ну, не знаю, вы против или нет. Ну, смотрите, если я умру, кстати. Мне интересно, как здесь дела с продолжениями обстоят. Потому что мы еще ни разу не теряли все наши жизни.
Можно было бы это сейчас проверить, но опять же, у нас сейчас будет хотя бы запас жизни, это уже будет радовать. И, кстати, у нас сейчас есть сердечко. То есть, да, я понимаю, это по-любому плохо, что я вот так вот перезагружаюсь. То есть, по сути, читерю, да? У нас с вами просто не оставалось жизни, тут бац, вдруг они появились на ровном месте. Но, опять же, по-всякому бывает, и я уверен, во-первых, это, знаете, есть игры, в которые поиграешь, и они доставляют кайф в первый раз. Но бывает, что за... Вот, видите, сразу жизнь мне дали, потому что я не потратил сердечко. Вот, а бывает, что ты не успеваешь распробовать игру на вкус, так как она слишком короткая. Вот, мне кажется, это тот случай. Мы первые два уровня, до этого мы проходили, они настолько были насыщены, настолько красочные, настолько интересные, чтобы я с удовольствием в них еще разок проиграл. То есть я говорю, если бы я проходил эту игру второй раз, это было бы для меня гораздо проще. Это я вам точно скажу. Я бы знал, как врагов проходить, где они находятся и так далее. Вот, поэтому... Надеюсь, вы одобрите вот этот мой порыв в данный момент времени перезагрузиться. И не будете особо обижаться. Опять же, я согласен, я тоже абсолютно против использования сейвстетов. Это неправильно, это неестественно для игры использовать сейвстеты, когда консоль этого не позволяла сделать. Так, все, еще раз вот давайте попробуем. Но если нет, давайте снова попробуем перезагружаться, что ли. Да, неприятно, ну что делать? Да, друзья, что-то я отказываюсь понимать что-либо, потому что не так давно, а вернее совсем недавно, несколько дней назад, как раз перед Tiny Toon Adventure я закончил Мегамена 5, игру серии, которая была всегда очень сложной, тем более для меня. И там я практически не перезагружался, вы это помните? Правда ведь? И после этого я думал, что ж дело, а теперь вспоминаю. Konami. Это, мать ее, Konami создала Tiny Toon Adventures. Поэтому, я думаю, здесь не надо было мне искать логики. Все понятно, почему здесь так мне кажется это все сложным. Создатель Contra и многих других хардкорнейших игр сейчас заставляют меня играть в эту игру. Ну как заставляют? Моя инициатива, мне это нравится. Ну смешали, конечно, такие маленькие приятные игры с некоторой сложностью. Хотя, опять же, я представляю, как вы там сидите, смотрите, фейспалмом разбиваете себе лицо. Аккуратно, вот сейчас прошли сову, аккуратно. Посмотрите, до сих пор сердечко есть. Здорово. Кстати, да, вы представляете, как бы здесь сложно было вот эти вот столбы проходить, а? Тихо. Вот так вот, хорошо, пока все. Вот тут я умирал, кажется, да? Ну вот, сердечко есть. Это рекорд пока что. Стоять. Прошел! Да ладно. Да, такой сложности в этой игре еще не было. Ба, давай, как ты там говоришь? Nope. Или что он говорит, я что-то не пойму. И кто это такая птичка? А вот, эта птичка есть заменитель Твити. Вот, наверное, да, о чем речь шла. То есть каждая стадия чему-то посвящена, да? Вот, смотрите, наверное, вот тут может где-то забраться, да? И что? Нет, я переваливаюсь. Ну ладно, мне кажется, что Дизи, дьявол, должен был разламывать эти блоки деревянные. Ну не знаю, есть у меня что-то такое, а может и нет. Вот, смотрите, мы же можем просто перепрыгивать. Да, наверное, в этом и был смысл, да? Белки интересные существа. Так, это что здесь? Нет, тихо, почему я заяц? Пчелы, ёпрста, это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Да, вот в чем сложность была этого уровня. Можно проходить, как вот я хочу, друзья. Ну, простите. А, это тут соты. Тут их не... Улей. Бог ты мой. Тут их не улей находится. Так, хорошо, у нас три жизни. Опять же, три жизни, окей. Так. Сейчас постараемся с вами уяснить ситуацию. Друзья, я не был бы мной, если бы я просто стал перепрыгивать. Серьезно говорю. Шреддер мне об этом говорил, чтобы я так делал. Но я так делать не буду. Простите. Уж. Какие страшные дела. Ёпрости, а мне кажется, что это же, это помню. Блин, слушайте, реально сложно проходить. Я избираю самый геморройный способ, когда у нас есть существо, с помощью которого мы можем просто вот так вот взять и перескочить. Так, а если вот сюда мы пойдем? А как ты от них убежишь-то, а? Тут какие-то летучие мыши. Причем, знаете, здесь прорисовка у них гораздо прикольнее, чем во многих других играх. Блин, а пчел это... Ну я знаю, да, это в их характере пчел гнаться за человеком. Да, и что, чем мне еще очень понравилась эта игра, так это тем,
Так, аккуратно. Сердечко успел взять, хорошо. Вот куда идти, куда идти? Я люблю... Ага, вон оно как. Когда глаза загораются, это как бы дупло, да? Оттуда вылетают мышки. Тихо. Меня убили. Меня убили. Мне это сразу Крэша напоминает, если вы помните, если вы играли. В Crash Bandicoot там в первой части был уровень, когда тоже периодически вылетали. Так, мы уже там были, давайте прочитерим немножко. Но это не читерство. Вот, вылетали в Крэше тоже такие существа. Так, ну что, где-то здесь у нас было аккуратненько. Да ёжи дивизию, а? Черт, нету, 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 ну что ты будешь делать, а? Фух, опять у нас не осталось жизни. Давайте перезагружаться все-таки, наверное. Сложно, реально не ожидал. Ну что ж, давайте пробовать продолжать. Сложновато, конечно, ничего не могу сказать. Все-таки будем пользоваться иногда возможностями кота, раз уж он у нас все-таки есть. Не будем себе жизнь усложнять. И я, наверное, не буду теперь за тем сердечком идти. Мы просто пойдем вправо. Ну, давай. Тихо, тихо, тихо. Ага, спасибо. Да, 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 друзья, на этом уровне, конечно, кот невероятно рулит. Посмотрите, что он творит просто. Нет, блин, ну это... Да, 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 друзья. What the fuck? Меня убили осы за экраном, что ли? Закусали просто. Я думал, за экраном они должны были пропасть. Ладно, одна жизнь еще есть, давайте попробуем. Ну хорошо, я буду умирать, а вы будете это смотреть. Правда, из детства, вот я не знаю, я наверное, может, самые ужасные уровни не помнил. Хотя в Little Nemo я хорошо помнил, ну, вот эти многие кадры помнил из разных уровней. Хотя там было очень сложно мне проходить это все. Так, тихо, давай, 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 давай. Вот так вот так. Пчелу убили. Нет, нет, бежим, 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 бежим. Они, все, просто прыгаем. Я не знаю, куда. Здесь, наверное, яма какая-то. Нет, нормально все. Какой уровень? В Мегамене они бы уже пропали. Дай! Как пройти этот уровень? Ёпрости, как сложно. Как я еще до города в 6-летнем возрасте доходил? О чем я и говорил. Эта игра прелестна. Сама по себе. И возможность изучать уровни, они такие большие здесь. Мне надоели игры, в которых некуда пойти. В Мегамене не было никакого разветвления. Это не было присуще этой игре. Много чего... Ух ты, ёпрасы, я сейчас еле выжил, ёлки-палки, а. Много чего нету в других платформерах, что есть вот в этой вот игре. Она классная, она очень хорошая. И опять же, вот именно в этом и будет познаваться кайф от этой игры. Смотри, как я умею делать. Ха-ха-ха. Здесь мы уже не были, да? И вот в этом познается кайф игры. Да нахрен мне... Ну, блин, нахрен. Нет. Нет, уберись. Шарик, дайте мне шарик. Черт, я что, даже не могу... Упоротый кролик. Вернись. Да ёп. Да ёп. Сколько врагов-то? Сколько врагов? Все, хорошо. Мать вашу! Где-то дверь там была, когда я умер в прошлый раз. Налево, по-моему, надо идти, да? Нет, 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 пчелки, неправильно. Нет, идите отсюда. Я вас не уважаю. Смотрите, странно, да? Вот мы могли... Хэмптон нам мог поменять морковки на жизни, но после уровня они сами по себе поменяются или нет? Ой, ой, я забыл. А, короче, давайте сразу скажу, я прочитал в Википедии, что каждый второй уровень зоны заканчивается побегом от девочки. Вот, и каждый третий битва с боссом. То есть в каждой зоне по три уровня. Во втором босс девочка, и в третьем какой-то другой. Смотрите, я вам рассказывал об этом приколе. Все, мы сидим. Мы просто ждем, пока появится дверь. Круто, не правда ли? Вот в чем прелесть котика. А девочки любят котики. Кстати, ее и Эмили зовут, или как-то так. Ух ты, тут такое большое пространство. Нет, мне не надо было стоять на месте. Тихо, 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 побежали. Побежали коты. В общем, эта девочка по сюжету мультика очень любит тискать животных. Но мы от нее успешно сбегаем.
Вот, а самый злой главарь, который наверняка нас будет подстерегать в конце игры, это Монтана Макс, сын какого-то миллионера, которому все позволяют делать. Вот так вот. И мы попали в какую-то пещеру. Блин! Друзья, ведь это музыка из какой-то другой игры. В Чип и Дейле 2, по-моему, точно такая же была. Или где она была? Помните, на уровне Трансильвании? Старые враги, мышки. Да! Это же музыка из Чип и Дейла, кажется. Нет, или... И из DuckTales. В Трансильванском замке. А какое они право имели использовать? То Capcom, а это Konami. Интересно. Очень странно. Так, хорошо. Да, нам не поменяли морковки, так что... Все, это конец, что ли? Ну, тут все было просто. Нет, это просто переход на другой экран, да? Странно, кролик главный герой, но он просто быстро бегает, и все. А по потолку мы не умеем? Не, по потолку мы, конечно, не умеем. Вот, а вот птичка, которая бы здесь парила. Хороший вариант получился. Так, хорошо. Что может... Не, внизу ничего не может быть. Я хотел проверить. Плохая идея, плохая идея. Так, ух ты, там наверху еще что-то есть. Тихо, 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 тихо. Я прямо над ней. Так, а интересно, что там все-таки было, а? Не интересно, не? Вот, блин, сейчас на жопу себе приключений найду. Сердечко! Ох ты, меня сейчас чуть не убили. Это нифига не сердечко. Это самый дебильный дебилизм, что мы могли найти. Ладно. А зайцем убьем босса, например, да? Допустим, я не знаю. Видите, какой большой уровень? На нескольких экранах раскинулся. Ага. Так. Ушастый. Давай, ушастый. А дальше? Нет, просто вниз, да? Хорошо. Ага. Налево, да? Смотрите, а кот бы просто сейчас перешел из этого уровня. Просто бы пропустил этот неприятный момент, да? Зайцу же приходится... испытывать все на себе. И проходить как положено. Хорошо, надо не забывать, что у нас смерчи есть. Да, посмотрите, как бы круто прошел сейчас это все наш кот. Котята такие милые, ребята. Не, серьезно, кот, заяц прикольный, дьявол, Дизи шикарный. Ну, блин, у кота, конечно, анимация вообще и прорисовка настолько божественная. Это очень здорово. Сердечко, здорово. Вот, видите, если бы мы были котом или птичкой, мы бы, наверное, могли перелететь и снизу спуститься. То есть, каждый уровень можно пройти несколькими путями. Ну, смотрите, третий уровень самый легкий получился среди всех троих. Итак, вот он, босс. Что делать, что делать, что делать? Я помню! Кажется, 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 помню! Ёп! Тэрэдэм, тэрэдэм, тэм. А, это время кончается. Да? Ах ты, ёма, тут... Я ведь действительно помню, я действительно помню его. Вот так вот, первый раз есть, я помню его, друзья, серьезно помню. Вот так вот, и на краю будем стоять сейчас. Прошли, вот так вот, 8 секунд оставалось, и мы получаем заветный ключ. Я помню, блин, я не знаю, ну я, вы понимаете, я просто уже, понимаете, когда у меня такие воспоминания из детства, у меня косноязычие развивается, и не обижайтесь, я могу какую-то ерунду нести абсолютную. В общем-то, на этом мы с вами проходим третью зону и передвигаемся в четвертую. Какие-то здесь руи... А, вот он, город! Похож на город, да? Так, ну и по порядку. Мне говорили, что вроде и четвертый... А давайте сделаем так, да. Значит, сейчас в обратном порядке пойдем. Просто я хотел вам показать персонажа равномерно. По очереди показал вам... утку, блин, забыл как... А, Плаки-Плак, кажется так. Плаки-Плаки-Пак. Ну, как-то ее так зовут. Дизи Дэвил. Ну и пёс, котенок. Я его тоже как-то назвал, но уже опять же подзабыл. В общем-то, давайте теперь в обратном порядке пойдем. Второй раз подряд выберем котенка. Нет, такой классный, реально. Да, друзья, четвертая зона, кажется, я в детстве доходил до сюда. И здесь у нас будут кидать носками. Вот одно из единственных моих воспоминаний насчет этой игры. Но вот видите, последний босс, я его помню. Я его реально помню, но, знаете, такие обрывочные воспоминания, какие-то кадры вообще, как будто этого и не было, и как будто это было, как дежавю такое, знаете, чувство.
В общем-то, на этом давайте с вами закончим. Спасибо вам всем за то, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Тогда, если так, поставьте лайк, подпишитесь, если не подписались, ну и пишите свои комментарии, что вы думаете насчет всего того, что происходит. Оставайтесь на линии, друзья, нас ждет еще много всего интересного.